Ребята, всем привет! Вы на канале Саша Ирхонов. И сегодня мы будем показывать, как мы размалевываем красками вот это вот. Мы уже начали. Это лев, да? Разукрашка? А покажешь все остальные разукрашки? Покажу. Я уже их разрисовал. Покажешь, да, нам? Всем привет! Вот. Вот такой вот у нас... Альбом разукрашка, да? Да. Вот. Я уже начала. Ой, ты раскрашивал, да? Да, красиво. Ой, как красиво. Вот. Цыпленок? Да. Цыпленок, бабочки, да? Это да, и вот манички. Это специальная вот такая разукрашка, там на точках показано, какими красками, да? Да. Красиво. Ой. Собачка. Собачка маленькая. И год свиньи так. И мы свинью, помнишь, разукрашивали перед Новым годом, да? Год свиньи. Красиво. Вот лисичка. Лисичка, вот такая красивая. Вот. Саша разукрашивает. Вот баран. Баранчик. Баранчик сам. Красивый баранчик. Что еще есть? Больше ничего. Больше ничего, и мы будем сегодня разукрашивать последнего кого? Лева. Льва, да? Да. Поехали? Поехали. Каким цветом сейчас будешь разукрашивать? Желтым. Желтым цветом, это ты разукрашиваешь его лицо, да? Все, я разукрашиваю. Так, теперь дальше у нас по точечкам, вот видите, если видно точки, покажи пальчиком точечки. Вот красненькая, вот тоже красненькая, желтенькая, желтенькая, вот желтенькая и зелененькая. Ну давай дальше, тебе какая, что мы дальше разукрашиваем? Давай его гриву. Как? Гриву, его волосы, давай. Шерсть. Какой цвет? Красный. Да. Давай разукрашиваем красный. Очень красиво получается, да, будет? Угу. Красиво. Да? Да. Да? Я разукрашиваю, я потом музыку вставлю, да и все. Угу. Было хорошо вставлю. Надо было уши не трусить, не трогать. Ну, не красить, красить. Они все равно черными останутся. Да. Вот. Красиво разукрашивай, чтобы было красиво. Ой, это нечисто. Надо опять воду. Менять? Да. Вот я уже почти разукрашиваю. Половину уже закрасил, да? Угу. Аккуратненько красишь, чтобы... Опять надо воду. Не надо ничего. Не, я за воду. Я вот уже половинку разукрасил. Ну, ты уже почти закончил гриву, да? Гриву почти закончил, да? А вот это вот будет каким цветом? Тоже красным или нет? А глаза будут? Не, глаза такие остаются. Да. Давай, докрашивай гриву. Уже перестанусь. Mm-hmm.
Ребята, я уже гриву закончил. Ну теперь же вот это вот челочку гриву. Да, челочку. Давай, тоже в красный. Так, вот, так. Ребятки, я уже... Гриву и лицо мы разукрасили, да? Да. Теперь дальше, что мы будем разукрашивать? Хвост. Хвост каким цветом идет у нас? Сначала желтым, а потом красным. Ну давай сначала, опять. Давай, значит, красным докрасим вот это, да? Угу. Его пуш... Давай. Хвостик. Аккуратненько, хорошо. Белого не оставляем. Аккуратненько по черную. Вот я сделал. Почти. Все. Так. Вот, ребятки. Начинаем с хвоста. Желтый цвет, да? Желтый хвост будет. Такое крыльцо, да? Все. Ну дальше тело тоже. Тело льва должно быть желтым цветом. Последнее? Ну давай, поехали. Последнее, что у нас осталось, да, Санусь? Угу. Еще трава. А, еще трава. Ну хорошо, давай сначала тело в желтый цвет. Получится красивый лев у нас, да? Заканчиваем заднюю лапу, да? Красивый лев получается. Ты старайся. Не выходи за черные линии. Все, мы уже эту половину пустили. Давай, давай, заканчивай лапу желтым цветом. И у нас останется только трава, да? Аккуратненько. А то синяк у него на лапе синий, да? Да. Он где-то ударился. Лев ударился? Да. И на лице ему кто-то синяк поставил, ты видел? Угу. Бедный Лёва. Да. А улыбается. Да, улыбается. Вот он уже... Одна лапка почти закрашена, угу. Да? Аккуратненько, хорошо? Угу. За линии не выходи. Thank you.
мы закончили. Так, теперь у нас что остается? Трава. Поехали. Зеленый цвет? Да. Цвет. Цвет зеленый. Разукрашивай. Что ты делаешь? Аккуратненько, чтобы на лапы не зашел. Угу. Тут он надо уже. Аккуратно надо. А тут тоже надо уже аккуратно. Надо кончиком кисточки. Не всей кисточки, а кончиком. О, да. Вот так, да. Вот мы вот эту вот половинку закончили почти. Нет, вот же еще осталось. Да. Не надо, воду не водичку не надо, мука кисточка. Вот так, я уже половинку эту сделал. Угу. Теперь делаем вот эту вот половиночку. Вот, вот так. Половинка моя. Аккуратненько. Вот так вот. Вот так. Ганста. Я не знаю эту песню, Ивана. Какую же песню? Давай, я халаю кусок, все постепенно. И весов уже не хватает, чтобы достать ночью покушать. Ведь еда опять исчезает, опять исчезает. Пока я здесь, в теплой постели, кушаю теплой куриной шеи, вкусно ощущенный, превосходен. Мы точно такого не ели. Мой четвертый подбородок. Мы одни с тобой в этом мире. Ребята, вот этот вот закончили. Закончили разукрашку его. Такой у нас получился лев красивый. Спасибо всем за внимание. Ребята, вот мы закончили лева. Льва. Разукрашивать, да? Да. Ребята, которые вам понравились видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ссылочка в описании. Пока-пока всем.